Дом номер 136 по улице Кунаева заметно преобразился. В единственном подъезде дома и на близлежащей территории заметна чистота, порядок и свежий ремонт. Подвал был затоплен, все просушили. Отопление подается своевременно. Мы заменили трубы и отремонтировали канализацию. Конечно, провести такую масштабную работу в одиночку было бы непросто. Жильцы дома поддерживают Абая Миржанова и всегда приходят на помощь. Соседи Ербол и Иржан помогают с сантехникой. Для пенсионеров обслуживание бесплатно. Над входом устанавливаем светодиодные лампы. Фонд ОСИ жильцами решено собирать по 500 тенге на нужды дома. Преображение дома не осталось без внимания исполнительной власти. Председатель был награжден благодарственным письмом. Спасибо за ваш вклад в улучшение условий проживания в этом доме. Ваша активность станет примером для жителей города. Стоит отметить, что Абай Дускенович стал вторым в городе основателем объединения собственников имущества. Под свой контроль он взял еще 3 близлежащие многоэтажки. Акимат города активно помогает в благоустройстве территории. Завезены бордюры и щебень. В этом году по госпрограмме отремонтировано 50 дворов. На следующий год запланирован ремонт еще 50. Список уже составлен. Вашего дома там, к сожалению, нет. По возможности включим как можно раньше. Сейчас мы завершаем в вашем дворе установку детской площадки. История дома номер 136 по улице Кунаева станет примером для жильцов других многоэтажек города.